Английский сеттер. Мнения по поводу происхождения английского сеттера весьма разноречивы. Согласно ряду свидетельств, собаки этой породы еще в XVI веке принимали участие в охотничьих облавах графа Лейчестера. Одни авторы приписывают сеттеру испанское происхождение, другие непосредственно выводят его от спаниеля. Одним словом, подлинные корни сеттера определить непросто. Известно лишь, что сеттер, как таковой, является чисто английской породой, независимо от родины своих предков. Многие ошибочно уверены в том, что создателем породы был сэр Эдвард Леврек. Однако этот джентльмен, живший в XIX веке, не создал породу английского сеттера, а лишь существенно улучшил ее качество. Выведенные Левреком экземпляры высоко ценились среди английских охотников, а также в Ирландии и Шотландии. Таким образом, можно утверждать, что деятельность Леврека сыграла решающую роль в переходе от древней истории сеттера к современной. В Италию сеттер попал в начале этого века, и, надо признаться, не без трудностей. Итальянские любители собак были слишком привязаны к итальянским породам легавых и борзых. Сразу после Первой мировой войны генуэзские собаководы стали завозить сеттеров непосредственно из Англии. Первым сеттером, прибывшим в Италию, был Лингфрид Феликс, которого сопровождал дрессировщик по фамилии Фрост, приглашенный командором Настурцио, человеком высокой компетентности и несомненным новатором в области дрессировки собак. Еще несколько особей были позднее завезены в Италию доктором Кайели и сеньором Коломбо. Мы могли бы перечислять фамилии собаководов до бесконечности, но, к сожалению, у нас нет возможности проследить весь путь данной породы. Ясно лишь то, что собаководы производили и продолжают производить экземпляры сеттера, которые способны побеждать на чемпионатах по красоте и рабочим качествам. Под стандартом подразумевается точное описание этнических характеристик той или иной породы или портрет ее типичного представителя. Сеттер – очень общительная и послушная собака с высоко развитым охотничьим инстинктом. Рост средний. Высота в холке составляет 56-62 см у кобелей и 54-60 см у сук. Вес колеблется в пределах от 20 до 30 кг. Современным эталоном английского сеттера является собака, соединяющая в себе силу и грациозность без излишней массивности. Голова длинная и сухая, с четко выраженным переходом от лба к носу. Губы хорошо очерчены, нижняя губа не заходит за нижнюю челюсть. Мочка носа влажная, крупная, широкая и блестящая, черного или темно-каштанового цвета. Длина черепа равна длине морды. Уши расположены низко, на уровне скуловой дуги. Глаза темно-орехового цвета, большие, блестящие, с добрым и умным выражением. Длина шеи равна длине головы, шея мускулистая, худая и без подгрудка. Длина туловища больше высоты в холке. Грудь открытая, широкая, с хорошо развитыми мышцами. Хвост расположен высоко, он толстый и крупный у основания и постепенно сужается к кончику. Конечности крепкие и мускулистые. Бедра задних конечностей широкие и хорошо развитые. Лапы овальные с дугообразными пальцами, плотно прижатыми друг к другу. Подошвы твердые и мощные. Шерсть тонкая и гладкая. Волоски шерсти прямые, без каких-либо отклонений от своей оси по всей своей длине, которая составляет 5-6 сантиметров. На голове шерсть короткая, за исключением наружной поверхности ушной раковины и боковых поверхностей предплечья и плюсны. Шерсть образует негустую бахрому на нижнем крае шеи, задней поверхности конечностей, ягодицах и хвосте. Цвет шерсти варьируется от белого до черного, с переходом в синий, белый и оранжевый, или в белый и каштановый, вплоть до трехцветного варианта.
Сеттер – это уравновешенная и умная собака с большой предрасположенностью к дрессировке, терпимая к другим собакам и очень общительная с человеком. Живя в доме, она проявляет себя преданным другом и очень любит играть с детьми. Многие считают, что Сеттер довольно непослушен. Ничего подобного. Просто у него бурный темперамент, который необходимо сдерживать. Естественно, что для его воспитания надо запастись толикой терпения и не прибегать к травмирующим методам. Каждый собаковод стремится производить особей, чьи характеристики максимально приближаются к стандартным. Очевидно, что для достижения такого результата необходимо выбирать производителей, обладающих оптимальными для данной породы соматическими и функциональными характеристиками. Кроме того, необходимо проверять документы на предков и изучать рентгеновские снимки, на которых не должно быть признаков дисплазии бедра. Соблюдение названных принципов при работе по разведению собак неизбежно принесет хорошие плоды в разумные сроки. Но все же не следует забывать, что у природы свои пути и что породу невозможно улучшить всего за какой-нибудь год. Для поддержания собаки в идеально здоровом состоянии важное значение имеет правильно составленный рацион. Для начала следует подобрать подходящие продукты. Именно из пищевых продуктов собака получает все основные питательные вещества, в которых нуждается ее организм. Хорошо сбалансированное питание является залогом гармоничного развития форм животного,
подготавливая его к активной взрослой жизни и повышая его устойчивость к инфекциям и болезням. Для достижения оптимальных результатов необходимо снабжать нашего друга требуемым количеством белков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных солей. Домашняя пища, даже если давать ее с большой осторожностью, зачастую приводит к дисбалансам и, кроме того, требует много времени на приготовление. В последние годы отмечается все более широкое распространение кормов для собак, которые уже готовы к употреблению. Наиболее серьезные предприятия после долгих и скрупулезных исследований научились производить корма, наиболее подходящие к тем или иным конкретным физиологическим состояниям собаки, как, например, фаза роста или моменты наибольшей физической активности. При выборе продуктов питания следует действовать с максимальной осторожностью, предпочитая продукты тех фирм, которые проводят специальные исследования в области кормов для собак. Это дает ряд преимуществ, в том числе и такое, как хорошо сбалансированный корм, богатый витаминами и минеральными солями и обеспечивающий необходимое количество основных питательных элементов. Это очень практичный выбор, поскольку он позволяет всегда иметь под рукой уже готовый к употреблению продукт и не терять времени на приготовление пищи, тем более что цены на готовые корма вполне разумные. Как уже подчеркивалось, правильное питание обеспечивает собаке надежную защиту от различных болезней. Однако оно не в состоянии защитить ее от паразитов, для которых собаки служат излюбленной мишенью. Эти незваные гости, заводясь и размножаясь между волосками шерсти, на коже и под кожей, делают собаку беспокойной, заставляя ее поминутно чесаться. Эти малосимпатичные зверьки причиняют еще и такое дополнительное неудобство, как нарушение нормальных контактов между собакой и человеком, живущими бок о бок друг с другом. Наиболее распространенные наружные паразиты делятся на две категории. Те, что селятся на поверхности, как, например, вши, клещи и блохи, и те, что внедряются глубже, это в первую очередь саркоспоридии и демодициды. Названные неудобства легко устраняются путем соблюдения адекватных правил гигиены и применения средств, выпускаемых ветеринарной промышленностью и способных, при условии правильного использования, уничтожить любого незваного гостя. До сих пор мы говорили о наружных паразитах, однако существуют еще и внутренние, которых обычно называют глистами и которые способны всерьез навредить здоровью животного. Щенки заражаются глистами непосредственно от матери еще в утробе или через молоко после рождения. Во избежание серьезных ошибок необходимо регулярно показывать щенков ветеринару. Следует помнить, что перед прививками необходимо принять меры против глистов. Каждый щенок в двухмесячном возрасте должен пройти прививку тройной вакциной против САПа, лептоспироза и гепатита. Еще одной серьезной болезнью, которую можно предотвратить с помощью прививки, является паровивироз, нередко ведущий к летальному исходу. Необходимо помнить, что никто из нас не в состоянии полностью заменить ветеринара. Шерсть сеттера относительно длинная и волнистая, вследствие чего она имеет тенденцию ерошиться и спутываться, особенно на участках с бахромой, груди и ушах. Поэтому необходимо регулярно расчесывать собаку, особенно по возвращении с охоты. После такой процедуры шерсть снова становится блестящей и мягкой.
Не менее важно регулярно причищать собаке уши. Грязь и сера, скапливаясь в ушах, нередко приводит к отиту, который может стать хроническим. Для проведения данной процедуры достаточно ватного тампона, смоченного в борной кислоте или другом подсушивающем и чистящем веществе, не вызывающем раздражения. В регулярной промывке нуждаются и глаза. В этом случае применяется ватный тампон, смоченный в холодной воде. Если глаза слезятся, необходимо осмотреть их, приподняв веки, и в случае обнаружения там инородных частиц, промыть глаза обильным количеством воды. Приобретать щенка желательно в двухмесячном возрасте, когда его уже легко воспитывать и приучать к жизни в новой семье. Приобретение щенка в слишком раннем возрасте может привести к неприятностям, так как малыш еще недостаточно развит. Важно помнить, что в этом нежном возрасте материнское молоко необходимо для нормального переваривания первых порций твердой пищи, и что без него у щенка могут возникнуть антерит и диарея. Решив приобрести щенка, человек нередко задается вопросом, какой пол предпочесть, мужской или женский. На этот счет следует сказать, что суки более послушны, привязчивы и раньше созревают, однако их нельзя использовать для охоты дважды в год, по 12 дней, то есть в периоды течки. Кобель, в свою очередь, более вынослив и находится в форме круглый год. Однако он более возбудим и, как правило, не так послушен. Кормить щенка следует часто и понемногу, чтобы избежать несварения. Начиная с двухмесячного возраста, щенок должен питаться трижды в день. При этом один из приемов пищи должен состоять только из молока. Для воспитания в собаке охотничьих качеств применяются соответствующие упражнения, приучающие собаку к действиям в условиях охоты впереди охотника. Воспитание собаки проводится в первые месяцы ее жизни. К серьезной же дрессировке можно приступать только в зрелом возрасте. Начиная с 4-месячного возраста, можно надевать на щенка легкий и прочный ошейник. Через несколько дней начните приучать его к прогулке на поводке. Первые несколько раз, почувствуя, что его что-то держит, щенок будет пытаться освободиться, совершая прыжки и рывки или просто отказываясь идти дальше. В этом случае запаситесь терпением и, не прибегая к грубости, позовите и приласкайте щенка, и он тут же успокоится. Разумеется, что для этих первых упражнений следует выбрать тихое и спокойное место, и лишь позднее можно начать приучать его к шуму и посторонним людям. Что касается апортировки, то здесь применяется простейший метод. Для начала запаситесь тряпичным мячиком или любым цилиндрическим предметом с мягкой поверхностью. Дайте щенку обнюхать предмет, а затем бросьте его на несколько метров перед собой. Не исключено, что щенок с первого же раза побежит за ним и попытается принести его вам. Если этого не произойдет, не ругайте щенка. Лучше повторите упражнение еще несколько раз, но так, чтобы оно ему не наскучило. Не забывайте, что щенок – это тот же ребенок, он обожает играть и шалить. Не требуйте от него слишком многого. Дождитесь, пока щенок станет взрослее. А теперь поговорим о повадках взрослой собаки. На тех кадрах, которые мы вам покажем, представлено правильное поведение хорошей охотничьей собаки. Практика рабочих испытаний впервые возникла в Англии. Их целью является проверка охотничьих качеств пойнтеров и сеттеров. К сожалению, с течением времени эти испытания превратились в чистой воды соревнования.
Собак оценивают скорее по их соответствию той или иной категории, нежели по их реальным охотничьим качествам. В Италии первые испытания легавых собак состоялись в начале 20 века, одновременно с завозом первых легавых собак из Англии. В 1925 году по инициативе группы страстных собаководов, в числе которых были Виньоли, Матеуччи и Соляра, были организованы весенние соревнования по охоте на куропаток. Поначалу в такого рода соревнованиях участвовали лишь сеттеры и пойнтеры. Но позднее к ним присоединились и другие породы европейских легавых. А теперь отвлечемся от прошлого и поговорим об аллюре сеттера. Прежде всего следует подчеркнуть, что в отличие от пойнтера, чей аллюр напоминает бег чистокровного английского жеребца, аллюр сеттера скорее похож на поступь кошки. Он бегает быстрым и плавным и очень осторожным галопом. Последнее из названных качеств позволяет ему охотиться в лесу, где его шелковистая шерсть ослабляет шорох ветвей, которые он раздвигает на своем пути, и делает его практически бесшумным. Еще одной характеристикой, отличающей сеттера от пойнтера, является способ его стойки перед дичью. Сеттер в положении стойки замедляет бег и начинает вести дичь. При этом он движется на полусогнутых ногах, едва не касаясь грудью земли, но высоко держа голову, чтобы не потерять запах, и ведет до тех пор, пока не задержит дичь, совершая таким образом маневр, который охотники называют кошачьим. Наблюдая за этой собакой в работе, нельзя не восхищаться этим подлинным шедевром охотничьего искусства. А теперь скажем несколько слов о согласии, то есть об уважении к товарищу по паре, чтобы он, войдя в контакт с дичью, сумел ее задержать. В условиях охоты без согласия не обойтись. Оно бесполезно лишь в том случае, если собака работает в одиночку. Если же вы собрались на охоту с друзьями, собака должна быть настроена на согласие. Иначе вы рискуете упустить ту возможность, которая зачастую оказывается единственной. В заключение необходимо сделать одно уточнение. Вопреки распространенному мнению, охотник не губитель животных, но лишь выразитель многовековой традиции, в которой абсолютно нет места насилию. Единственным фактором, несущим ответственность за исчезновение многих видов животных, является прогресс, а вместе с ним и все человечество.